по ссылочке из Китая у нас приехала. Смотрим, что там у нас внутри. Ага, какая она покосанная. Надеюсь, что там внутри хоть целое все. Так, это USB адаптер. Вот такой вот помятый, побитый жизнью. Ничего больше нету. Ну, с виду вроде живой, но шнурочки такие, как для 6 баксов. По качеству на 1 бакс, а не на 6 баксов. Вот такой шнур. Вот металл.